Всем привет! Всем привет! Вы на канале Event Play. И сегодня у нас вот такие вот необычные склизлые киндеры. Да, что-то с ними случилось, и да. Они стали такими... Они немножечко засклизли. Давай покажем. Вот такие вот. Как будто какашечку на них насадили. Да. Такие вот дребезжалки, вот такие. Дряхлость. Вот. И сейчас Ева будет их оттуда извлекать. Комкать слизь. И смотреть, что там. Да. Ну что, давай. Давай, приступай. С какого начнешь первого по цвету? С розового. С розового? Ну, это же твой любимый цвет. Вон, какая жижа. И там еще сколько розового осталось, да? Вон. Вон, как будто там привидение какое плюнуло. Вон. А может быть, это был паук? Вон. Какая гадость. Лизу! Молодцы, что-то коллекционное! Да? Класс, да. Клади на тарелочку. Сейчас посмотрим. А эта коллекция у нас, кстати, какая? Покажи. Покажи, да, а то мы даже не показали, какая зайчик у нас коллекция. Зайчик розовенький. Интересно. Вот. Это пасхальная зайчик, коллекция. Да, хочу с животными. Зайчика розовенького. И что же там? Ой! Что-то желтенькое. Какой-то зайчик. Можно их мне? Их ты. Можете давай, давай тебе так открою пакетик без ножничек. Хотя я тоже могу так. Ножнички вот, кстати, есть. Давай. Ух ты, какие тут симпатюшки. Кто там? И они еще пушистенькие. Вот такие да. Зайчики-симпатюшки. И вот нарисовано, что они пушистенькие, их можно гладить. Класс. Да. Сейчас посмотрим. Почти. Поближе этого зайчика. Первый раз, наверное, в киндерах пушистики какие-то, да? Нет. По крайней мере, нам. Нет, нам попадались лисички. А, лисички были, да, коллекция каких-то животных. Ну-ка. Ой, какой симпатичный. Вот такой вот нам попался пушистый заяц. Подмигивающий. Ой, какой симпатяга. Так. Какие все лапусики. А вы знаете, вот какого такой я хочу? Какого ты хочешь? Фиолетового? Да, он с цветочком на голове. Ну, может быть, тебе повезет, он попадется. Да. Так, давай, следующий зеленый у тебя будет. Фу. Вон, какая слизь. Просто ужасная. Это, наверное, человек-паук своей слюной плюнул на эти яйца. Или, может быть, это привидение из охотников за привидениями. Каспер? Нет, не Каспер. Каспер же белый, там же такой зеленый был противный. Вот, это, может быть, он. А может, это... Возьмем, он его слизь. Может, это хуба-буба, которая зелененькая такая, и ее надо смыть в унитаз? Да шучу. Так. Ну что, давай, открывай. Синенький зайчик. Ура! Опять коллекционный. Да, ура! Кто ж там? Надеюсь, фиолетовый. Новый, красный. Красненький? Да. Держите. Здорово. Так мы уже показали этикеточку, да? Да. Они тут все, в принципе, вот вся коллекция. Их всего лишь 6 штучек. 6 зайчиков должно быть. Да, смотри-ка, Ева, тебе сейчас прям одни зайчики попадутся, наверное, да? А может быть и нет. Может быть, это тоже какая-нибудь вот такой вот коллекция. Красный зайчик-побегайчик. Тоже пушистенький. Держи. Давай. Фу. Ну что, давай другие открывать. Давай следующий. Яичко у нас. Это какой цвет? Фиолетовый, да, по-моему? Это малиновый. Они уже все смешались. Это малиновый. Малиновые сопельки. Такие. А это крокозябрика сопельки. Ой! Ой, скакали. Скакали сопли. Ой, отлипается. Бывает еще космическая слизь. Да. А у нас сейчас космические сопли. Сложно, да, сегодня открывать киндеры? Да. Надо их сначала расшифровать. Может быть, это вот вся такая коллекция, так же, как и «Звездные войны»? Лицензионная? Да. Не знаю. Ну что, давай открывай. Давай, дальше открывай. Интересно. Интересно, что же там находится? Коллекционная. Коллекционная, да, капсула? Новый. Ух ты! Серенький. Это я такого хотела! Это или фиолетовый. Тот, которого ты хотела, это фиолетовый? Да. Только он какой-то серенький выглядит. Очень похож на серого.
отсюда. Отсюда он выглядит... Это такой, как ты хотела? Нет, это другой, наверное, который... Это он стоит кверх ногами? Да. Заяц-акробат. А хотя вот здесь в коллекции он с цветочком фиолетовый, а который стоит голубой. Заяц-акробат, он вообще голубой. Вот. И без цветочка. Вот. Это вот фиолетовый, но он к тому же еще и акробат. А может он так нет, лежит? Нет, это не фиолетовый. Ну-ка, если вот так... Да нет, он так же не может лежать. Ему было бы не очень удобно. У него вот такой курсачок торчит. Так. В общем, какой-то вообще не похож на... Нет, ты бы его поставил? А, да. Давай вот так вот его. Акробат. Заяц-акробат. Давай, Ева, следующий какой? Мне так понравились. Красный. Очень странно, что нам попался зайчик, который вообще не подходит ни к одному, ни к другому. Да, его же в этой коллекции даже совсем нет такого. Странно. Гадость. Козвидис Газлизи. Обалдеть. Целый день бы открывала эти киндеры. Давай, открывай, сейчас мы посмотрим. Опять коллекционное прям везение какое-то. И шоколад прилип. Да. Клею его. Кто ж там? Кто ж там? Кто ж там? Кто ж там? Опять. Опять желтенький. Ну ничего. Давай. Давай, пока я открываю, ты доставай следующего. Хорошо. Следующий синенький. Ну, если отсюдать, он открыт. Опять такой же желтенький. Одна повторка. Кладем его рядом с этим. Коллекционные. Так, посмотрим, кто же это. Надеюсь, это новый. О, какой-то новенький. Ух ты! Синий. Вот как раз-таки, который как должен раз, быть да, акробат. Тот, который кверх ногами... А нет, он просто стоит, язык показывает. А нет, смотри, его можно и так, и так. Он может и стоя, и может и кверх ногами. На ушах и на... Да. Вот такой вот заяц-акробат. И третий, он на ушах можно. Он может и на ушах стоять, и на ногах. Значит, все-таки тот, это тот, которого хотела Ева. Видимо, получается. Да. Фиолетовый, только он почему-то не лежит, либо а ставит. Так, либо так. Вот как-то так. Как-то так. Черный, я думаю. И остался последний нефтяной киндер. Давай зелененького, да? Давай. Нет, давай желтенького с яичками. Пасха же. Да, желтенького с яичками. Открывай я нефтяной так и киндер. Думала, что это с божьей коровкой. Да? Да. Это похоже на слизь из какого-то фильма ужасов, да? Такая черная слизюка. Да. Да. Вот такая вот гадость. А может это пиявки? Может это пиявки, да, такие. Давай, перемолотые открывай. В блендере пиявки. Коллекционный. Опять коллекционный? Класс. Прям везет сегодня, да? Да. Я вон вся уже в нефти. Помогите. Давай, помогу. Только не смотрите. Не смотрим. Держи. И мы не смотрим. Не смотрим. Опять желтый. Да. Видимо, ну, там все такое? Желтые. Желтых, видимо, очень много. Почти сбылось. Мы хотели желтого, да? Только с яичками. Да. А нам попался желтый, но лежащий. Три желтых. Вот. Близнецы. А мы еще совсем не показали, какие были этикеточки. Да. Вот первого мы вроде бы показывали с розовым зайчиком. Так. А вот я давай по очереди. Поиграть. Вот с розовым зайчиком этикеточка. Вот так вот выглядел первый. Давай. Следующая у нас какая этикеточка была? Да без разницы какая, давай. Вот есть с курочкой. Да, вот такой. Это же все пасхальное, да? Курочки, видимо, да. Цыплята, вот зайчики. Курочка. Следующая давай. Какая у нас была? Так, вот с таким синим зайчиком было у нас яичко. Еще у нас было вот с божьей коровкой. С овечкой. С овечкой. И с цыпленком. Вот такие вот киндеры. У нас сегодня купались в слизи.
Да, и все такие пушистенькие, классные. Фу, Ева теперь лепит какой-то ужасный... А давай покажем, вот эту вот мерзость. Ужасный кулич. Теперь тут получилась вот такая вот мерзкая слизь. Вот. Как будто бы мозги зомби. Мозги. Вылезает кровь зомби. Кровь зомби. Вот так вот она течет. Кровь зомби. А сейчас я хочу передать привет моей подписчице Николь Кайп. Николь Кайп, привет. 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 А сейчас Ева у нас будет надувать пузыри из этой субстанции. Вот это пузырище. Вот это да, мне кажется, сейчас лопнет и забрызгает все вокруг. Давай, 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 давай. Осел. Давай, я избавлю тебя от мучений. И он как дырявый получился. Давай. Смотрите, покажу, как это надо. Для того, чтобы это все сделать, надо его скомкать в один комок. В один комок, чтобы он склеился. Склеиваем, склеиваем, склеиваем. Теперь... делаем вот так вот все это. Надеюсь, он будет как один. Так, стой. И... засовываем туда в трубу. Давай, пробуй. Весело, да? Да, вот ржака. Ну что, Ева, тебе понравились эти яички? Да еще и в такой какой-то субстанции непонятной. Слизи. Да? Понравились? Больше нам понравилась слизь, чем яички, да? Ну что, Ева, теперь пора прощаться. Да, с вами был канал Еван Плей. Все, пока. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И пишите комментарии. Пока-пока.